И раз уж тебя нет, я тут поковыряюсь немного. WKZ-TV, будет интересно. Ха-ха! Черт, сигнализация, ну конечно. Попадалово. Таки решил поговорить? Ну, амиго, я занят. Оставь сообщение. Он слушает. Эй, ты, выродок грудастый! Тебе место на свалке истории! А ты заходи как-нибудь и все обсудим. А, за ним старое здание умений. Опа! Лыжанулся ты. Блюм натравил на нас хакера, зовет себя дефолтом.
Самомнение у него шкалит, но не на пустом месте для него все это игра. А еще он ходит в маске крысы. Ты истебешься, что ли? Я бы предложил помочь, но лучше ты сам, да? Да, пожалуй. Скотина хитрая, он знал, что я его отслежу. Надо смотреть в оба и обойти все ловушки. Авось, прихлопну чертову крысу. Чувачки упакованы, готовы к драке. Деньги Блюма, чего ж там. Попробую просочиться мимо них. Следишь за мной, да? Ничего, зайка. Я уже иду. В том видео Дефолт был наверху. Ну и где он? Зря ждем. Да придет. Че ты?
хорош мне мозг выносить. Что это? Прекрасно! Я придумал его, он бледный. И найдет всадник. Паскуда Рейкиния. И ад следовал за ним. Матери. Мужья. Жены. Братья. Ну что, насладился властью, Рей? Хлеб его сейчас. Не отстает. Улыбнись. Камеру, Рей. Телефонорка. Пошел ты. Что за черт? Блин, ты больной. Ты, похоже, взрослеешь, Рэй! Пошел нахер, Дефолт! Сэм Дженнингс. Поговорим об этом. Еще как, когда найду тебя! Видишь, я тоже творец. Иди ты в жопу! Мэри Лэнгстон, блин. Всех нашел, да? Полиция считает Реймонда Кинни, работника Bloom Industries, причастным к блэкауту, в результате которого погибло 11 человек. О мотивах Кинни не сообщают. Нет! Нет! Это Гонева! Все было по-другому! Ты! Ты убогий, сраный психопат! Небось дрочишь! Пошел ты! Сука! Сдохни! Черт! Самоубийство, сказали они. Но за ним следили. Если бы не блокаут, он был бы жив. Убил его ты. Убийца. Убийца. Я просто хотел всех предупредить. Сказать людям о том, что им грозит. О том, что система может вырубить всего один человек. Потом семьи жертв обнаружили на своих счетах крупные суммы. Это ты пытался купить прощение? Я хотел как лучше. Так и будет, Рэй. Обещаю. Тебе красный, we'll be right back.
рвануло! Едем дальше! Черт, он ушел! Отбой! Отступаем! Дефолт. Я еле ушел. Ну, хоть ясно, чего он бесится. И чего? Блэкаут. Тогда его брат погиб. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Слышь, в башню больше нельзя. Так что мне придется готовиться к худшему. В смысле, будем? Я уже стольких убил, Фрюер. У меня вся жизнь сплошь борьба, а не пропаду. Помощь нужна, но просить я не буду. Ты меня не бросил, я не брошу тебя. Опять лекарство от страха? Нет, хорош. Я выкинул все в мусорку. Пережду, пока ты не вернешься в башню. Эй, Фрюер, спасибо.